Температура воздуха в Казани превышает декабрьскую норму примерно на 6-8 градусов. Установившуюся теплую погоду синоптики связывают с влиянием атлантических воздушных масс. Однако заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев уверяет, что это влияние временно. Начиная с четверга, через нашу территорию пройдет холодный фронт, и мы будем находиться в тыловой части циклона, поэтому температура понизится, но она фактически придет климатической норме. Дневные температуры будут порядка минус 6-8 градусов, ночные пониже, до минус 11 градусов. А дальше, по прогнозам Гидрометцентра России, похоже на то, что снова придет более теплая воздушная масса. Еще одна проблема этой зимы – небольшое количество осадков. Ожидать большого снегопада пока не приходится. Мы находимся все время как-то очень далеко от центра циклонов. Центр циклонов проходит значительно севернее нас. А мы находимся на южной периферии, и поэтому с осадками у нас плоховато. Согласно средним климатическим данным, среднесуточная температура 31 декабря в этом столетии минус 7 градусов. В 20 веке тот же показатель был равен минус 9 градусам. Таким образом, в северном полушарии Земли температура с каждым годом только продолжает расти. Каждый месяц минувшего года по полушарию он был рекордным. То есть каждый месяц и последние годы они были тоже рекордными. Идет потепление, пока оно не остановилось. Хоть сильных морозов в ближайшее время ждать и не приходится, надеемся, снег еще придет нам вместе с новогодним настроением, так же неожиданно, как он выпал в этом году ровно на 1 декабря. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.